среду Иркутскую область ждет более низкая температура. В большинстве городов выпадет кратковременный снег. Какую погоду ждать жителям региона, расскажем в нашем прогнозе. В среду 12 февраля в Ангарске облачно с прояснениями, ночью кратковременный снег. Давление 735 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 20, а днем до минус 10. Похожая температура в Шелихове. В городе облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 732 миллиметра. Ночью минус 18, а днем до минус 10. В Усть-Куте осадки. Там облачно и кратковременный снег. Давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура ночью минус 23, а днем минус 13. В Усть-Илимске облачно и кратковременный снег. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура ночью минус 22, а днем 13 градусов ниже нуля. Кратковременный снег в Братске. В городе облачно, атмосферное давление 732 миллиметра. Ночью минус 21 градус, а днем до минус 14. В Тайшете облачно и кратковременный снег. Давление 746 миллиметров. Ночью минус 21, а днем температура поднимется до минус 14. В Саянске облачно с прояснениями, ночью кратковременный снег. Давление 722 миллиметра, ночью минус 21, а днем 11 градусов ниже нуля. Похожая погода в Черемхово. Облачно с прояснениями и ночью кратковременный снег. Давление 719 миллиметров, ночью минус 21, а днем до минус 11 градусов. Тоже в Усолье-Сибирском. Облачно с прояснениями, ночью кратковременный снег. Давление 732 миллиметра, ночью минус 21, а днем минус 10. В Байкальске облачно с прояснениями, ночью кратковременный снег. Атмосферное давление 728 миллиметров. Температура воздуха ночью минус 20 и до минус 10 днем. Теплее в Бодайбо. Там облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление составит 742 миллиметра. Ночью в городе минус 16, а днем до минус 14. В поселке Мама кратковременный снег. В городе облачно с прояснениями. Давление 735 миллиметров. Температура воздуха минус 16, а днем 14 градусов со знаком минус. В зиме облачно с прояснениями, ночью кратковременный снег. Давление 729 миллиметров. Ночью в городе минус 21, а днем до минус 11. А в Иркутске облачно с прояснениями, ночью кратковременный снег. Давление составит 729 миллиметров ртутного столба. Ночью будет минус 20, а днем до минус 11. Улыбайтесь при любой погоде и оставайтесь на Аисте.